Сейчас я хочу показать, как работает эксклюзивная функция Pandora 5000, тревожная функция, тревожная кнопка. Вот, сейчас мы ее нажмем на брелке, она сработает. И я покажу вам, как она срабатывает. Брелку уже год в эксплуатации, поэтому да, брелок. Видавшие виды всячески нажимаем. Итак, мы нажали тревожную кнопку. Ну, легко нащупывается, но нелегко нажимается. Чтобы не было ложных срабатываний. Да, ложных срабатываний. После чего на iPhone, как вы видите, приходит звонок, что... Машина звонит, сама машина. И смотрите, что происходит. Владелец в опасности. Текущие координаты отправлены смс-сообщением. Информация получена. Там забиты два раза номер этот же, поэтому еще один будет звонок сюда. И в смс придут координаты. Сейчас мы дождемся смс-а. В системе можно до трех номеров, да, по которым в этой ситуации идет обзвон. Второй звонит. Маленький. Так. И сюда еще раз придет звонок. На этот телефон тоже, то есть забито два, вернее, можно забивать. Два раза этот номер забит, один раз тут. И, по сути, система звонит по всем трем номерам, то есть может предупредить трех. Нет ответа хотя бы там по одному. Трех человек там или какую-то службу, если номер забит в определенную службу. Вот, еще раз забит этот номер, оно. Владелец в опасности. Очень настырно. Ну, теперь ждем смс-сообщения. Куда ехать спасать меня? А вот и смс-сообщение от той же системы. Смотрим. Для этого нужно. И сейчас нам на сайте в смс-ке приходят координаты и на карте показывают, где могло, где произошло событие. То есть можно это в виде там карточной. Посмотрим, где это на карте города. Вот, по сути, система предупредит, что с владельцем что-то случилось, предупредит сразу три телефона, на три телефона придет сообщение, и на три телефона поступит звонок. И прямо на карте мы увидим, где произошло событие, где там произошла какая-то там авария, еще что-то, и кто там сможет прореагировать, помочь, приехать. Вот, тут такая вот эксклюзивная функция Pandora 5000. С вами был Роман Юрьев, iPhones.ru. Всего вам доброго, друзья.